Ивановцы в скором времени смогут узнать больше о своем родном крае. Городские власти планируют разместить около мостов информационные таблички с основными данными о том, как мост назывался раньше и как называется сейчас, в каком году сооружение было построено. В те времена, когда город только начинал развиваться и расти, проблема перемещения с одной стороны Уводи на другую стояла очень остро. Была очень большая проблема. Рельеф нашей местности изрезан. Вот первые руководители города столкнулись с такой проблемой, что нельзя было из одного конца города переехать в другой. Там Вознесенский посад, село Иваново, местечко Ямы, Соковский мост или там Туляковский мост, который называется театральный, еще Нардомовский мост, еще вот такой вот мостик, который соединяет вот эту вот дорогу, которая идет на университет и Дмитровскую свободу, они имеют важное и магистральное, и историческое значение.